Приветствую вас, друзья! Вы на YouTube-канале «Все для клёва». Мы сегодня с вами находимся в Одесском рыбоохранном патруле. И вот это вы видите, колющее орудие лова, драч, так называемый, который дерет рыбу, и после этого рыба умирает. То есть она может и не засетись, то есть ее могут не поймать, но то, что она поранится и не выживет, это уже точно. Так вот здесь, друзья, 261 штука, чтобы вы понимали. Сегодня в одном из магазинов Одессы вот это все было изъято. Причем получилась такая ситуация, что хозяин магазина попросил, скажем так, не снимать видео о том, что как это все происходило, но при этом он дал чисто сердечное признание в том, что он больше такими орудиями лова торговать не будет. И я ему сказал: хорошо, тогда отдавайте полностью все, что у вас есть в магазине. И вот он отдал 261 штуку. Я понимаю, что вы хотели посмотреть этот экшен, как это все красиво выглядело, но, понимаете, в таком случае было бы всего лишь 5, или вернее 10 драчей, которые было в контрольной закупке. Но ради того, чтобы наш дедушка Днестр стал намного чище, чтобы рыбы было больше, я удалил с видео со своей карты и не показал все это дело, но зато спас больше рыбы, потому как хозяин отдал 261 штуку этих драчей. И сказал, что больше в этом магазине драчи продаваться не будут. Ну, я тебе говорю, что их никто не будет продавать, эти снасти. Теперь не будут. Я честно говорю, что я тебе говорю, что они не будут продаваться. Мы ними практически не занимались, блядь. Я и пацанам скажу, чтобы они этого больше не делали. Вот и скажите на камеру, что нет, больше в этом магазине никогда не будет. Не надо на камеру. Я камеры, я прошу тебя, лично прошу вас не выставлять этот ролик в YouTube. Значит так, делаем по-другому. Значит, я могу пойти на компромисс, при условии, что сейчас вот все драчи, которые там есть, все вынесут сюда, отдадутся, блядь, и закрываем вопрос. Открываю. Да? Хорошо. Все, блядь, все до одного, и ты мне даешь честное слово, что больше этой хуйни не будет. Уважаемые продавцы и хозяева рыболовных магазинов, я вас прошу и требую, нет, я не имею права требовать, но прошу вас, не продавайте браконьерских орудий лова. Потому что способствуете браконьерству в нашей стране и вы наносите еще больший ущерб, чем один браконьер, понимаете? Потому что вы продаете многим. Я понимаю, что это очень выгодный вариант для бизнеса, но тем не менее, есть куча других вариантов для того, чтобы продавать спортивные, любительские рыболовные изделия. Подумайте не только о себе, о своем кармане, а подумайте о нашей Украине, подумайте о своих же детях, которым в реке ничего не останется, если вы так дальше будете продолжать. Друзья, вы были на YouTube-канале «Все для клёва». Ну, а я прощаюсь с вами. До скорых встреч на рыбалке. Всем удачи, всего хорошего. Пока.